Всем привет, ребята! Сегодня с вами Папа Рамик и Ангелина Англикосик. Все вы знаете Шин Соника. И Шин Тейлз. Да, слышали о таком? Он обитает где-то здесь рядом. Он желтого цвета, он очень похож на Шин Соника. Только Шин Тейлз в своем образе где-то здесь обитает. Прежде чем мы отправимся в поиски его, давайте-ка посмотрим видео и узнаем все о нем, кто он такой вообще. О, начало ролика, смотри! Это Шин Тейлз! Да, и Шин Соник! Кто-то бежит! Бедный, он упал! А что в сундуке? Алмаз! Что происходит? Смотри, трансформация! Он превратился в нормального Шин... Нет, в нормального Соника! Что происходит? А, эксперимент у него какой-то. Ах, вот он их... Он мутировал. Это он все сделал. О, ё-моё, сколько их много. Соник, спаси всех. Спаси город, спаси людей. О, нет, он скушал человека. Соник всех спасает. Я голодный. Давай. Соник, спасай. Зачем он с помощью бриллианта он всех возвращает обратно. Папа, это изумруд, он был мой. Изумруд, да. С помощью изумруда все возвращаются. Давай, Соник, молодец! Получается. Работает? Он говорит, извини меня. Это единственный вариант тебя спасти. Шин Тейлз напал на него. Какой он злой. Вот это над Шин Тейлз, которого мы в реальной жизни увидим. В реальной жизни он совсем другой, ребята. Давай, Соник, ты сможешь, спасти. Кольцо! Он запрыгнул внутрь в кольцо и оказался в другом месте. Кидай в него! Куда ему надо, в рот закинуть или что? Смотрите, он прыгнул, опять он в кольцо, опять появился в другом месте. А, ничего не получается у него. Да что ж такое? Бедный Соник, на него все напали. Сейчас они его съедят. Что происходит? А, Соника побили, ребята. Соник плачет, у него слезы на глазах. А эти смеются. Жесть. Что творится? Тейлз что-то вспоминает. У него воспоминания появляются. Они все были хорошие, но эксперимент их превратил в монстров. Мне нужна сила. Сонику придаст... Кто ему даст силу? Молния ему придаст много силы. Становится сильнее и быстрее. Сейчас он всех спасет по-любому. Давай, Соник, быстрей! Ну, какой он быстрый, вокруг всех бегает. Офигеть, как это быстро! Но он измотался, все силы потратил. Откуда тут его друзья? Вы все вернулись? Они все стали опять нормальными. Да, опять злодей. Ракету запустил, взорвал. Нет, они не взорвались. Давайте его проучим, говорит. И вперед. Ага. Давайте, нападайте на злодея. О, какой молоток. Улетел куда-то в небо. Да, они это сделали. Ура. Ну что, ребят, вам нравится такая анимация? Хотите увидеть это все в реальной жизни? 100% хотите, мы вам покажем. Сейчас запустим дрон. Не, подожди, прежде чем запустим дрон, есть еще одно интересное видео. Сейчас я вам покажу. Второе видео, другая анимация, ребят, смотрите. Шин Тейлз и Шин Соник друг друга хотят победить. Они такие выглядят совсем иначе, не как мы видели до этого. Злые. И страшные. Не хотелось бы такого встретить. Не, ни в коем случае, ни за что. А, они как рыбы какие-то, смотрите, как они прыгают. А что вы такие медленные? Не, это какая-то анимация такая более слабенькая. У них война. Кто же будет сильнее, ребят? Нападают друг на друга. Вы за кого болеете? За Шин Соника или за Шин Тейлз? Я за Шин Соника. Тогда я Шин Тейлз. Ребят, пишите в комментариях, вы за кого? Кто должен победить в этой битве? Шин Тейлз сильнее, чем Шин Соник. Так выглядит, по-моему. О, как он прыгнул. Шин Соник синий куда-то улетел. Шин Соник прыгает. О, смотрите, хвост крутится. Да, хвост. У него же хвост у Тейлза крутится. Не знаю, что здесь происходит. Мне эта анимация не очень нравится. Как тебе, Ангелин? Ну, как-то не очень. В жизни было бы намного страшнее. Да, в жизни было бы намного страшнее. Поэтому, ребята, отправляемся на поиски в реальной жизни прямо сейчас. Да. Полетим вдоль этой речки. Где-нибудь здесь, я надеюсь, мы его найдем. Там мост. На мосту, смотри, какое-то движение я первое увидел. Люди, там велосипеды. Отдыхают просто на мосту. Ребята, если увидите Шин Тейлза, пообязательно пишите в комментариях. Конечно. Ну, в принципе, если смотреть просто вдаль, я ничего не вижу. Ну да. Пролечусь поля, просто вперед. Поля, деревья, речка. Если были леса, то ему было бы где спрятаться. У нас тут нету в данный момент нигде деревьев, поэтому толком спрятаться ему негде. Мы его сразу увидим, если он будет где-то здесь. Там дорога, мост, машины едут. А, это трасса.
Да, большая трасса. Главное, чтобы здесь Шинтел не сломал мост. Было бы не очень хорошо, конечно. Пострадали бы люди. Но тогда бы было бы очень много новостей. Все бы охотились, летая в вертолёты. Нам это не надо. Ладно, еще прилечу. Нету его здесь. Шинтелс. А вот Шинсоник куда-то тоже спрятался. Папа на сигнал не попадет. Да, пропадает. Далеко я улетел, уже больше километров. Пишет, что надо возвращать дрон назад. Ладно, вернем назад, пролетим тогда еще в одну локацию. Очень интересную локацию. Там по-любому мы его найдем, раз тут его нету. О, опять это ферма. Где фермер с трактором пропал? Здесь когда мы туда летели, он тут катался. Съели, пап. А это уже интересно. Мне как-то страшно. Мы здесь... Поэтому мы покружимся здесь рядом, посмотрим. Фермер ехал и просто испарился. Тут такое поле зеленое, он не мог никуда испариться. Не страшно, пап, мы очень рядом. К вам вот здесь. Ой, я вижу там. Мы близко, да, мы совсем близко, Ангелин. Загорают коровы. Надеюсь, солнышко половину греется. Не съели. Ага, Шинтейл. Только съели. Хотя, ой, а чем он питается? Питается людьми. По крайней мере, мы так видели в этом точно анимационном мультике. Зелень. Точно не кушает зелень. Коровы кушают зелень, а Шинтейлс питается коровами. Как-то странно. Да, совсем это все странно. Вот мы, смотри, рядом. Я видел движение. Смотри, где это здание красное. Вот там вот. Вот там. Что там? Там, по-моему, был Шинтейлс. Я видел желтое движение. Нет, нет, тут наша машина, пап, я не хочу. Я видел, ребята, нет. Там был кто? Нет. Посмотрите видео. Я не хочу. Перемотайте назад, он, по-моему, был там. Он спрятался если он вот... Если здесь, то папа уезжает. Он спрятался вот в этом ангаре. Куда мне уезжать? Давай посмотрим. Да может быть, не это хочу. Не он мне показал. Ну мы для чего сюда приехали? Чтобы найти его, Ангелин. Ну, мы же его ищем. Мы для этого сюда и приехали. Чего нам уезжать? Правда, ребят, мы приехали его искать, Ангелин говорит, уезжайте. Не, я не собираюсь уезжать. Вот, не надо было тогда самой ехать, Ангелина. Лучше бы и правда дома осталось. Трактор стоит. Здесь заброшенная ферма так выглядит. И трактор, значит, тоже заброшенный. Шинтейлс, он был там. Я видел, что кто-то вот спрятался вот. Вот это вот здание вот слева. Да здесь забор. Ты смотришь, тебе уже кажется. Да нет, мне не казалось. Ребята, перемотайте видео еще раз. Скажите, не, был ли он там? Нет, точно кажется. Ангелина не видит. Я казался, что видел кого-то. Ай, ладно, возвращаюсь к нам. Папа, я говорю, уезжай, пожалуйста. Пропал сигнал? Все, без дрона остались. Это здесь! Это там, за этим зданием! Буквально здесь, рядом! Он же нас дрон съел! Значит, и нас съест! С чего бы он нас должен съесть? Ну мы же туда за дроном пойдем, да? Пойду, конечно. Нет. Ладно, ребят, мы вам обещали, и мы вам покажем в реальной жизни. Хотел я показать с дрона, слишком много не получилось, конечно. Поэтому отправимся прямо сейчас туда. Я останусь в машине. Пошли со мной, поможешь мне, Ангелин. Давай, Ангелин, пошли со мной. Вдруг он придет сюда, съест себя со всей машиной и куртку захвати. Ой, да, все, я пойду сейчас оденусь. Ты что здесь? Когда ты успела раздеться? Ладно, прохладненько, я тоже курточку захвачу. Пойдем, ребятки, покажем вам, где Шинтейл прячется. Блин, закрыто, надо будет приползать через забор. О, пап, ты че? А, все так просто было. А, в другую сторону. Блин, не догадался, ладно. Думаешь, папа там за тем домом? Че, Ангелин, да ты че кричишь? Конечно, за тем домом. Мы же видели его в дроне. Да я его не боюсь. Это что, его дом? Может быть. Так ты знал, что он тут будет? Почему мы поехали в это место? Ну, естественно, я все знаю. Я же общаюсь с друзьями, которые мне сообщают, где находятся все персонажи. Это же наша работа – снимать контент и показывать нашим любимым подписчикам. Пошли, посмотрим, где Шинтейл. Да давай быстрее. Да нормально, я двигаюсь, Ангелина. Только тихо, не спугни его. Мне надо вернуть дрон обратно. Папа, тупик. Блин, жалко, я летать не умею. Давай поищем путь тогда другой. Давай здесь пройдем. Аккуратно, аккуратно. О, мне колючий. Давай, Ангелин, следуй за мной. Здесь какая-то тропа. Блин, колючая проволока. Сейчас будем перелазить. Аккуратно, Ангелин. Папа, помоги мне. Вот туда. Ты что орешь, Ангелина? Ты здесь мимо. А, фу. Можно взорваться, так взорваться. Давай, аккуратненько обходим ее. Ты чего кричишь, Ангелина? Шинсоник где-то рядом. Яблоки, блин, увидела. Я так хочу эти яблочки, что прям забыл про этого Шинтейлза. Да блин, мы же не яблоки пришли кушать. Помоги! Да сдались тебе эти яблоки. Спасибо. Ладно, я тоже возьму.
О, кисло. А мне вкусно. Блин, здесь быки. Или коровы. Мне страшно. Не, по-моему, это быки. Я туда не пойду. Не, я тоже не хочу. Они идут на нас. Нет, папа. Возвращаемся назад. Туда пока не пойдем. Пап, он двигается сюда. Он идет сюда, папа. Нет, он смотрит и бежит сюда, Ангелина. Быстрее убегаем. Они за нами бегут. Блин, быки. Вот ты видишь, какие у него глаза. Он так на вас грозно смотрел. Блин, я в корове лепешку наступил. Да, блин. Да, блин, папа. Блин, что это за охрана такая у Шентейл? За кругом эти бомбы, быки. Дрон надо найти. Ну, пап, что лучше, дрон или жизнь? Да ты права, Ангелин, конечно, жизнь. Дрон – это очередной гаджет. Ну, я хочу его найти. Может быть, я отвлеку этих быков, а ты пойдешь, найдешь дрон? Ага. А про Шентейлза ты не забыл? Да, на секунду прям забыл, честно. Что теперь делать тогда будем? Блин, мое яблоко. Пап, поехали домой, пап. Не дергайся, там стоит Шентейлз. Где? Не двигайся. Я его не вижу, Ангелина. А он за теми кустами. Он там, он вот, смотри. Ты точно его там видела? 100%! А зачем тогда так орешь? Хочешь, чтобы он сюда прибежал? Ну так знаете, мы папа. Я слышу его звуки. Где он сейчас? Ты его видишь? Где он, Ангелина? Я не вижу, и это очень страшно. Где-то там. Давай отправимся туда, Ангелина. Там же быки. Блин, мы окружены. Что делать будем? Без понятия. Пап, тут бык уже рядом, он был очень страшный. Блин, ребят, куда нам идти, на быков или на Шентейлза? Я в растерянности. Папа, чебокрутка красная, где-то рядом. Шентейлз, почти красная, оранжевая, хотя это может привлекать быков. Я уже не знаю тогда, куда мне деваться. Шентейлза я не вижу, поэтому отправимся в этом направлении. Здравствуй, Шентейлз. Пап, что делать будем? Не знаю, пока не шевелись. Не шевелись, может, он нас не заметит. Пап, ну он же нас видит. Я вижу, что он нас видит. Давай по-тихому, просто отходим в сторону. Тихо-тихо, двигаемся. Ну, спокойно, только не оглядываемся, Ангелина. Папа, его нет сзади. Что? Его нет сзади. Я тебе говорил, не оглядывайся, ты оглянулась. Нету. Скрылся. Давай, бегом к машине. А ты откуда вот здесь, а? Ну нафиг, я сваливаю. Беги, я прикрою. Папа, убегай! Убегай. Всем привет! Смотрите, каково я здесь нашел! Это ж кто, ребят? Шин Соник и Тень Соник! Что они делают здесь? Офигеть! Я случайно наткнулся на них. Просто прогуливался по лесу и увидел их. Они там что-то мутят. Я хочу подойти поближе. Что они там делают, ребят? О, блин! О, нет! Нет, они бегут сюда! Куда мне спрятаться? Блин, блин, куда же я бегу? Как вы думаете, ребята, они меня заметили? Пересмотрите ролик, перемотайте назад. Когда я начал убегать от них, они повернулись в мою сторону. Но они куда? Они на меня же вроде, да, бежали? Показалось, что кто-то был сзади. Кто здесь? Ну нафиг, ребят, я сваливаю.
Я слышу что-то. Они что, со мной играют? Мне очень стрёмно. Я ухожу быстрее отсюда. Ребятки, я убежал. Все со мной в порядке. Как вы думаете, стоит мне их искать дальше? Может, это? Запустим дрон. Пишите в комментариях, хотите или нет. Да? Хотите? Хотите? Да? Да? А, вижу, что хотите. Я тоже хочу. Мне интересно, что они тут вдвоем делают. И прежде чем я запущу дрон, подпишитесь на канал, пожалуйста! Сейчас я полечу прямо туда, в то место, где с самого начала я их увидел, ребята. Где вам показывал. И потом они меня, наверное, заметили. Я побежал назад. Я не думаю, что они могут вернуться обратно на эту дорогу. Хотя все может быть. Поэтому мы сейчас полетим прямо в то место, куда я побежал. И куда они побежали за мной. Вот тропа, смотрите, я все лечу. Вот тропа продолжается. Они могли пойти по этой тропе куда-то. Ну или помчаться, побежать. Представляю их скорость. Я навряд ли смогу угнаться за ними. Блин, она такая длинная, я даже не ожидал. Так, погодите-ка, а куда мы сейчас выйдем? Так, мы выбрались на поле какое-то. Там дальше дом. Я думал, это тропа для прогулки. Да, и вот я забежал. Пролечу пока по этому полю. Что это за траншеи или канавы какие-то? Почва какая мокрая. Это интересно, смотрите, тут вырыто и там. Раз, два, три, четыре. Четыре канавы. Куда-то они стекаются. Очень интересно. Вот тропинка, я вернулся обратно на нее, ребята. Ах, вот, она продолжается просто вдоль. Видите, я не туда вылетел сначала. Пролечу до конца. Сигнал пока еще у меня ловит. Идеально. Так, куда я тут свернул? Траншеи. Очередной. Из-за деревьев, конечно, ничего не видно. Все, обратно я вылетел на поле. Уже другое поле. Там какое-то озеро? Или пруд вырыт? И островок есть. Как красиво. Офигеть. Здесь люди живут. Сделали себе такое красивое место. Ну, смотрите, ребят, у них какой-то замок. Вот, здесь живут состоятельные люди. У них красиво насажены деревья вдоль дороги. Дорога, которая ведет к дому. Красота. Столько земли. Вот это круто. Молодцы, конечно же. Фух, ладно. Просто возвращаюсь назад по этой тропе. Ой, я... Подожди, я нашел какую-то новую тропинку и потерял сразу ее. Ну вот, и летай так сверху. Надо ниже опускаться. Просто вылетел я из леса. Как-то скучно летать, и никогда ничего не происходит. Ребята, расскажите мне, кто вообще такой Шинсоник? Откуда он появился? Кто такой Шиншадоу? Кто они такие? Почему они вообще существуют? Кто их создал? Вообще, что они о себе говорят? Все, что знаете, ребят, обязательно рассказывайте. То есть, пишите в комментариях, пожалуйста. Вы пишите, что вас интересует. Что бы вы хотели бы увидеть. Все-все, пишите в комментариях. Мы читаем комментарии. Я и Ангелина. Ангелина сейчас в школе. Когда она закончит школу, я тогда поеду за ней. Если я не найду сейчас Шинсоника, то я отправлюсь в поиски вместе с ней. Так, так, сейчас мы отправимся еще на одно место. Постараемся найти Шинсоник Тейпа. Там кто-то был, ребята? А, ворона. Ладно. Ворона просто летает. Так, во, гольф. Люди играют в гольф. О, гольф-карт едет. Прослежу за ним. О, смотрите, Шинсоник! Шинсоник вышел! Что он делает? Что он делает? Он съел! Он съел гольф-карт! И убежал в кусты. Я за тобой прослежу. Он съел, что ли? Ну нереально, это гольф-карт! Как он мог съесть? Там, наверное, были люди. Офигеть, что творится, ребята? Я не понял, куда он скрылся? Что это такое там зеленое? Это, может быть, он потерял или выплюнул гольф-карт, хотя гольф-карт был другого цвета. О, он настолько опасен, и я был рядом. Они могли и меня так вот сожрать, что ли? А, нет, не-не-не-не, я не хочу этого больше видеть, ни за что. Погоди-ка, смотрите-ка. Кто это? А это Шадоу! Он черный побежал. Я за ним, ребята. Вы видели, ребят? Он скрылся так быстро. Сейчас я тебя найду. Что это, флаг? Офигеть. Куда он побежал? В каком направлении? Почему вы такие быстрые? Нифига не видно. Так, ворона, не пугайте меня. О, смотрите, там какое-то скопление людей, наверное, да? Ну, естественно, играют в гольф. Сколько много людей, и там рядом обитает Шинсоник и Шадоу. Это опасно. Так, не, ребят, больше я их не вижу. Сейчас, наверное, тогда я беру это видеофайлы, отправляюсь прямиком в полицию. О май гаш. Они смотрят на меня. Надо заводить машину. Я вас, ребята, покидаю.
Мне ничего не надо от вас. Я уезжаю. Все. Окей, ребят. Они, кажется, остались позади. Просто стоят, ничего не делают. А куда они убежали? Ну нафиг. Я ускоряюсь. Мне никаких проблем не надо. Я направляюсь в полицию прямиком прямо сейчас. О! Вы уж здесь. Вы, наверное, в курсе, что я собираюсь в полицию. Офигеть, что делать, ребята? Чего вы смотрите на меня? А? Куда они побежали? Не вижу. Скорее уезжаю. Снова здесь передо мною. Да они же просто играют со мной. Или издеваются. Где они? Что мне делать, ребята? А вон они. Привет, ребята, где мой папа? Ну что, тебе домой пешком идти?